Російська окупаційна адміністрація в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Україна продовжує свою штучну кампанію насильницької паспортизації, що є елементом репресивної політики держави-агресора відносно громадян України, які змушені жити в умовах окупації. Примушення жителів півострова отримувати російське громадянство є навмисним і цинічним елементом систематичного тиску на громадян України. Якщо ж мешканці Криму відмовляються отримувати російські паспорти, їх штучно обмежують у правах на працевлаштування, медичну допомогу, соціальні та пенсійні виплати, а також у праві володіти власним майном. Відсутність російського паспорта часто стає підставою для примусової депортації та заборони на в'їзд до Автономної Республіки Крим та Севастополя. Очередне політичне заявлення, яке прозвучало на площадках ООН. Мы каждый раз ждем какой-то реакции. Можно ли ждать в, в этот раз? Ну, э, насильственная паспортизация это политика агрессора с первых дней оккупации. И я помню, в 2014 году с приходом оккупантов они сразу поставили условия получения этого, этого сучьего билета, как я его называю. И в случае, кто не получал, он лишался всех возможностей лечения, получения пенсии, оформления своих частных предприятий, переоформления и так далее. Множество препятствий. И даже они требовали, чтобы при получении вот этого российского паспорта они требовали, чтобы отказывались от украинского. Часть населения Крыма вот поддавшись вот, вот этому давлению, даже начали отказываться от украинского паспорта в самом начале. Но Мишлис со, со своей стороны провел быстро агитационную работу, объясняя людям, что украинский паспорт сдавать не надо, надо держать его при себе, а то, что они навязывают этот российский вот этот билет их, ну, придется, видимо, получать, потому что без этого ну мирном населению жители просто невозможно там проживание и вот так мы их инструктировали и тогда они начали это, получать вот эти российские так называемые паспорта и чтобы оформлять как бы пропуск в жизнь на оккупированной территории.